Вот наша русалочка. Она сегодня проплыла дальше всех под водой. И вообще научилась плавать. Я не полностью научилась плавать. Я еще не умею разворачиваться на воде. Разворачиваться? Да. А плавать же можешь? Ну, да. Ну, нет. Ты молодец. На глубину не надо мне выходить. Идемте к Владику. Да. Влад. Владик. Привет. Твое дежурство заканчивается? Да, осталось только помыть посуду и все. И свободное время. Это было трудно отдежурить? Нет, это одно удовольствие. Участвовать в одном процессе. Давай, давай. А это второе удовольствие. Да. Это награда за трудовой день. Сказать, что дядя Вова? Вообще, я хотел взять... И Сеня пристроена в надежную спину. Интервью. Интервью. Скажите хоть слово. Прекрасный отдых. Теплым июльским вечером. Хорошая компания. Комары не мешают, слава богу. Да, мы наконец-то можем посидеть. Наслаждаемся прохладой, получаем удовольствие. Последний вечер получился, не последний день. И мы одни на этом острове. Отлично. На закате. Ура! Солнце закатили. Луну выкатили. Thank you.